Всем привет, ребятки! Вы на канале Лена Лав. И сегодня мы с вами будем собирать мой пенал в школу. Да, я знаю, то, что 1 сентября уже давно прошло, но все же я хочу с вами собрать мой пенал, потому что, 1 сентября у нас школа начинается 6 сентября, поэтому мы сейчас будем собирать. В общем, поехали. Мы будем с вами выбирать, какой пенал мы возьмем. В общем, у меня есть вот такие пеналы. Один с прошлого года, а другой новый. Он такой голографический, мне он очень нравится. И я, конечно же, беру новый. Положим сюда, а старый уберем. И дальше, что нам надо, это, конечно же, ручки в школу. У меня есть вот такие ручки. Вот такая вот, это, обычная. Дальше вот такая вот, тоже обычная. Такая с собачкой стирает. И цвет у нее такой, знаете, синий. Не обычный синий, как все пишут, а очень яркий синий. Поэтому мы точно ее не берем, откладываем. Обычные ручки я, конечно, буду брать, но на 6 сентября, буду говорить на 1 сентября не хочу их брать, а дальше уже потом возьмем. Вот такая есть ручка с ленивцем, есть вот такая вот фиолетовая с алмазиком и с корки. Я, наверное, возьму вот эти три ручки, вот эти вот три ручки, они отправляются ко мне в пенал. Вот так. Дальше. Что у нас? Это карандаш. Карандаш мне обычный. Я обычно пишу, но мне больше нравится механический. Тут есть стержень. Вот он сам выглядит вот так. И стержни. Они тоже отправляются в мой пенал. Следующее. Тоже очень важная вещь. Если я буду носить с собой, карандаши, которые точатся, мне обязательно нужна точилка. То есть у меня есть вот такая с короной и вот такая вот, лего-начинки. Лего-точилки. И я, наверное, возьму лего-точилки, но не сразу 4, потому что они не вместятся. И мы с вами будем выбирать. Давайте возьмем голубенькую. В пенал. Следующий это ластик. Ластик у меня есть вот такой вот. То есть вот тут вот у него вот такая штука. А сверху сам ластик. Отправляется в пенал. Дальше скотчи. Скотчи на 1 сентября, конечно, не нужны, но все равно. Давайте выберем. Я ими оформляю свой блокнотик. Есть еще вот такой вот, кстати, скотч. Я хочу взять один вот такой серебряный и вот этот вот. Отправляется в пенал. Дальше это у меня текстовыделители. У меня есть желтый, розовый и зеленый. Нестандартные цвета. Я их всех беру. И, наверное, самый сложный выбор это, конечно же, ручки. Сейчас я вам их покажу. Это вот такие вот у меня есть ручки. То есть ручки вот такие вот. Они не гелевые, но разноцветные. Гелевые ручки, которые почти заканчиваются, но они тоже красиво пишут. Вот такие вот гелевые ручки. Также есть беленькая ручка. Есть линеры. Черная ручка, которая относится к вот этим. И ручки от Stabilo Boss. И я, наверное, возьму вот эти ручки от Stabilo Boss, которые отправляются у нас в пенал. И белую ручку возьму. Дальше возьму такие черные линеры. Один вот этот вот, который поменьше. И вот эти вот ручки. В общем, пенал у меня получился полный, но зато тут много всего. Надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Всех люблю, всем пока-пока!